В ноябрьске прошло традиционное первенство города по мотокроссу, которое стало своеобразным смотром того, как дружина «Газпромнефть» готова к очередному сезону. Несмотря на то, что на трассу в этот день выходили друзья-одноклубники, в каждом из заездов в борьбе за пьедестал почета разворачивались весьма нешуточные сражения. Одним словом, тренировочных настроений не было, каждый из спортсменов выкладывался по полной и старался показать все, на что способен. В целом, результатами заездов тренерский штаб остался доволен, а генеральный спонсор готов создать для команды все необходимые для будущих побед условия. Планируем закупку новой техники, закупку запчастей, командирование нашей команды на соревнования по России. Сейчас предварительно составлен план-график участия в соревнованиях. Мы планируем, что наши ребята достойно будут представлять наш город и «Ноябрьск-Нефтегаз»